Так. Ну что, господа. Солей. Какой оригинальный стиль у этого автоматика, да? Так, ладно, не суть. Тим-тим-ти-тим. Так, здесь соли. А вы не против, если я по столу хожу? Ну, ёпрсты. Так. Ладно. Ладно, ладно. Так, это я уже видел. Вот этот пророк. Или кто у них там, я не знаю. А, не помню, точнее. Так, ну что ж, будем замечать всякие вкусности здесь. Пока что я ничего не вижу. Так, для пулемета. А, это в столе, да? Орел и галософончик. Пресвятая Матерь Колумбии, почему мы чтим три символа в память о тебе? Мы чтим клинок. С ним мы сможем отомстить за тебя. Мы чтим ворона. Он даст нам глаза по всему городу. Мы чтим гроб, ибо он напоминает, к чему нас приведет неудача. Да уж. Я просто хочу вернуться к семье. Ой, что это тут происходит? Так, ладно, идем соли. Давай, офигели, бронированный что ли? Так, ну, это намек на то, что здесь мы просто так не пройдем, да, господа? Так что ли? Иди сюда, кто бы ты ни был. Веди меня, леди Комсток! Ворон. Замочил, что ли? Что это? Да вы гоните! Новый энергетик? Да, это новый энергетик. Так. Так, соли. Офигеть, 108 серебряных орлов. Аптечный набор. Слушайте, шикарно. 1000 уже. Жестокая штука. Будь осторожен. Букер. Сейчас отклюет тебе кое-что. А, нет, даже ничего. Нажмите, чтобы вызвать воронов-убийц. Зажмите и отпустите, чтобы создать гнездо-ловушку. Здорово. Ой, бляха-муха, что-то там написали мне. Видимо, управление. Так, стоп. Ого. Нормально, я хочу сказать. Сейчас щит восстановится. Только подождите. А вот мы быстро двигаемся. Только я не понял, а где... А, поцелуй драк... Ой, поцелуй... Сейчас глянем. Так, а, все, помнил. Вспомнил. Раз, два, три, во.
Сейчас. Но все равно надо посмотреть. Итак, ускорение. Так. Чего, ускорение мыши? Что бы это значило? Посмотрим. Так, ускорение. Прицел. Другое оружие. Перезарядка. Ну, ничего нового, естественно, тут нет. Ускорение мыши. Давайте вернем, как было. Ну, не знаю. Итак, с этих мы все, я надеюсь, собрали. Так, с этого вроде ничего нельзя. Ну, здесь аптечный набор, он нам полон. Теперь птички наши друзья. Максимум голубой жидкости. То бишь солей. Ну, вот это как еда какая-то. Люди висят. Так, хорошо. Это даже не автом... Так. Новый предмет. Там, видимо, читерское было, когда я там надевал все это. Так, шанс 70%, что в рукопашной вы подожжете противника. 300 очков урона. А сколько всего-то у него очков? 1000 или 100, например? Вот как? Я не знаю. Ну, наденем. Не знаю, что за читерское говно-то вот у меня. Как в Dead Space тоже. Ну, там-то я знал, что покупать, что новое, а что читерское. А сейчас не знаю. Так, мы снова вышли на белый свет. С этой станции я доберусь до острова Монументов. На гондольную станцию. Так, все. Сейчас мы тут осмотрим все быстренько. Так, это у нас... Нет, это нам не надо. Вот это. И максимум здоровья. Отлично. Ой-ой-ой. Чуть снова не упал. Ну, ничего страшного, даже если бы я и упал. Ничего такого и особенного не произошло бы. Так, хорошо. А теперь вот сюда. Сладкую садовую. Так. Нам туда. Ну, значит, сейчас здесь посмотрим все. Руки погреть. Боеприпасы для пулемета. Нам они не влазят. Давайте жрать все подряд. Так, это нам не нужно. Выкурить сигарету. Дверь, интересно, можно разнести? Ну ладно. Так, что здесь? Здесь почему-то ничего. Ничего того, что могло бы меня заинтересовать. И вообще. Так. Вся Колумбия ликует. Газетка, видимо. Какая-то странная. По форме. Ну, не знаю. Так, хорошо. Да ёп. Ну, пофиг. То, что у нас щит, не страшно. Ой, повредился. Буковку С нажал случайно. И прям в камин. Ну, неплохо. Тем более, тут есть чем подкрепиться. Ну, и я думаю, все на этом. Можно отсюда идти.
Так, интересно, а вот с этого может что-нибудь упасть? Ладно, не хочу. Может быть и можно. Смочить, я имею в виду, и потом уже посмотреть, что там упадет. Так, идем назад. Наверх. В принципе, не очень нужно было сюда спускаться. Особых ценностей здесь нету. Поэтому бежим. Так, а стоп, а вот там вроде ничего. Ну, смотрим, куда тут можно. Где, где? Во! Ай, загорелся. Офигенно просто. Опа. Тортик какой-то. Здесь пусто, пусто, пусто. Так, ладно. Сверхов лучше будет видно. Либо нет. Ладно. Ну, ничего особенного. В основном еду нам дают. А еда нам в данный момент не нужна. Со здоровьем, я думаю, в этой игре не будет проблем. Ну, я надеюсь. Хотя, оно убавляется очень, может быть, быстро. Но много очень разных припасов. Так, внимание, вход воспрещен. Так, по распоряжению полиции Колумбии. А, так, надо глянуть, все ли я тут собрал. Ну, будем считать, что все. Так что идем дальше. Врата острова монументов. Очень интересно. Так. Там два автомата каких-то. Дядюшка Билл. Какой-то мимо уже. Офигеть, как. Так. Труп убитых воронами. Убийцами превращаются в вороньи ловушки. Ну, нет, конечно, не будем качать такую дорогую функцию. На симуль денег нету. Офигеть, слушай, как тут все дорого. Так. Добавляет небольшие гроздья, увеличивая тем самым дальность и силу поражения. Ну, я считаю, это очень дорого. Нам это в задницу не нужно просто. По патрончикам все шикарно. И, в принципе, есть ли какой-нибудь автомат, который может прокачивать оружие, например, на скорострельность, на объем патрон в обоим или прочие боеприпасы? Нет, к сожалению, пока что такого автомата не существует, и неизвестно, будет ли он. Ну, я думаю, будет. Необъяснимая тайна купельни, или что там было написано? Колумбия девица. Девица. Что же это? Что за чудеса появляются и исчезают перед нами? Опять эти, это мадемуазель, величайший мыслитель Колумбии, хранит молчание. Величайший. Ну, не знаю, стоит ли нам в последующие разы смотреть эти кинетоскопы, или как они называются. Так. Хадшотик. Так, там турель. Бабах. Ну, подождем, пока там турелька разберется со всеми. Все, что ли, снесли турель. Ну, хорошо. Так, как там вот так, да? Здорово, да?
Ты еще живой, голубчик. Жрем, жрем все подряд. Во. Я не пойму, вороны от вообще урон наносит или нет. Так, ладно. Или они просто отвлекают. Немного непонятно. Патронов нет. Патронов нет, говоришь? Тогда я иду к тебе. Да кто ты такой? Дорогой. Так, не понял. Отлично. Чё, все? Странно. Так. Перепрыгиваем, смотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас вроде бы пока что я ничего не вижу. Так, отсюда мы пришли. Хорошо. Очень хорошо. Аптечка нам не нужна. Соли покупать не будем. Чисто я не хочу. О, вот соли. Ха, вот, пожалуйста, не надо ничего покупать. Потрясающе, господа. Все прелестно. Пусто. Закрыто. Так, тут еще что-то было написано. А, башня защищает Агнца. Или Агнеца. А, Агнеца от лжепророка. Это от меня, видимо. Да, взять трофеи. А? Сигарет курнул случайно. Ну, ладно, бывает. Так. Здесь монетки. Здесь, по-моему, ничего, да? Ладно, можно идти дальше, я считаю. Так, вот тут еще что-то у нас. Так, нет. Блин. Алкоголь, по-моему, выпил. Ну, ладно. Соли. Соли. Ух ты, сейф. Офигеть. Обалдеть. А вот деньги высыпались. Сейва. Сейфа. Еще серебряный орел. Как туда попасть? Так, что тут можно было? Ладно, не важно, погнали дальше. Опять вы. Так, ну это мы знаем, не будем. Ну, это немного не те автоматы, которые мне нужны. Так, сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Сохранение прошло. Доступ на остров монументов закрыт. Расходитесь. Всем рабочим немедленно отправляйтесь на остров по аэротрассе. Аэротрассы? Это по которым на лотерею приехали копы. О, да. Блин, да... А, это были соли вроде. Ну, тогда все нормально. Ладно, погнали. Бабах. Трасса к острову монументов. Отлично. Зафиксировать цель. Не понял. Не фикс...